всех работодателей мы призываем принять активное участие в конкурсе, потому что этот, значит, их активное участие поможет поднятию рейтинга в Краснодарского края, в том числе и муниципальное образование. Это все будет осуществляться в электронном виде. Комиссия в составе там 7 человек, они оформляют это все, и потом по специальным формулам вычисляют лучшую организацию, и потом, соответственно, по номинациям будут выданы награды за первое, второе, третье места.